Доброе утро! На календаре 10 декабря, четверг, а четверг – это маленькая пятница. Вы смотрите «Мое утро» в студии Дарья Кулакова. И за 15 минут я постараюсь не только подарить вам хорошее настроение, но и рассказать интересные новости. Наш организм, вне зависимости от того, занимаемся мы на тренажерах или лежим на диване, продолжает свою деятельность. В молодом возрасте мужчины без дополнительной физической нагрузки ежесуточно расходуют около 1700 калорий, женщины меньше 1600. Но незаметно для самих себя мы за день употребляем больше калорий, чем сжигаем. Наступила весна. Становится все теплее. Самое время для занятий спортом. В этом видео мы расскажем вам о пользе для здоровья наиболее популярных видов спорта. Бег. Легкий бег в среднем сжигает около 490 калорий в час при среднем весе 70 килограммов. Если кажется, что это мало, вот вам факт. Час легкого бега раз в неделю позволит снизить на 6% риск развития сахарного диабета второго типа. Легкий бег и другие аэробные нагрузки благотворно влияют на сердце. Исследование 842 человек показало, что активный образ жизни более чем на 50% снижает вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, аэробные нагрузки снижают риск возникновения рака толстого кишечника на 30-40%, а у физически активных женщин снижается вероятность заболевания раком молочной железы на 20-30%. Велосипед. Есть ли польза для здоровья от катания на велосипеде? Езда на велосипеде сжигает в среднем 290-430 калорий в час, в зависимости от скорости. Велопрогулки – это хороший способ избавиться от тревоги и депрессии. Это связано с улучшением кровоснабжения мозга и увеличением толерантности к стрессу. Кроме того, езда на велосипеде доказанно снижает риск ожирения, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Однако будьте осторожны, ведь езда на велосипеде, как и другие физические нагрузки, может обернуться травмами и несчастными случаями на дороге. Плавание. Плавание является четвертым по популярности видом физической активности. Плавание в бассейне сжигает в среднем 475 калорий в час, а при плавании стилем баттерфляй теряется аж 575 калорий в час. Польза для здоровья от плавания многогранна. Например, плавание очень полезно для людей с артритами и другими заболеваниями костно-мышечной системы, которые не могут интенсивно тренироваться на земле. Кроме того, плавание улучшает качество жизни людей старшего возраста. Ходьба. Ходьба – это самый популярный вид физических нагрузок. Для большинства людей, впервые за некоторое время начинающих тренироваться, ходьба является наиболее оптимальным видом физических нагрузок. В отличие от бега, ходьба не оказывает серьезных нагрузок на крупные суставы, а эффекты для здоровья сопоставимы с эффектами от пробежек. Эксперты рекомендуют ходить со скоростью 5-6 км в час. Это позволит добиться наилучших результатов. Танцы. И, наконец, самое приятное физическое упражнение, которое позволяет добиться большей пользы не только для физического, но и для психического здоровья. Результаты исследования людей старшего возраста в США оказались непредсказуемыми. Как и любая физическая нагрузка, танцы уменьшали вероятность заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также увеличивали силу, ловкость и гибкость людей этой возрастной группы. Весна – идеальное время для начала работы над собой и своим телом. Всего доброго! Свежий укроп, петрушка, базилик, травы, которых летом много, а зимой приходится покупать по высоким ценам в магазинах. Но есть идея. Свежую зелень можно заготовить на зиму. Есть немало простых и интересных способов. По вкусу она напоминает свежие травы, да и витаминов в ней немало. На заготовку уходит минимум времени, к тому же еще и бюджет поможет сэкономить. Аромат только что собранной зелени неповторим, поэтому нам так хочется сохранить его на долгое время. Мы расскажем вам о том, как продлить вкусовые и ароматические свойства зелени. Первый способ заготовки – сушка. Для начала хорошо промойте зелень и обсушите с помощью полотенца. Это обязательные процедуры.
мелко нарубите травы и разложите тонким слоем на поднос, после чего оставьте в проветриваемом помещении ближе к потолку. Также можно сушить зелень пучками, надев сверху бумажный пакет для защиты от пыли. Еще один вариант – заморозка трав. Мы рекомендуем сразу раскладывать травы по маленьким порционным пакетикам. Замороженную зелень можно добавлять к супам, горячим блюдам, закускам и смузи. Более интересный способ сохранения зелени – создание ароматной соли или сахара. Соль можно смешать с высушенными травами и даже цедрой лимона. Правда, в последнем случае заготовка будет храниться недолго. Сахар же отлично сочетается со стручками ванили, лавандой, высушенной цедрой лимона, либо лайма, анисом или кардамоном. Оставьте баночку с сахаром в темном месте. Через 2 недели смесь уже можно будет использовать. Особенно рекомендуем такой сахар для приготовления десертов. Они приобретут неописуемый аромат. И напоследок наш любимый вариант – масло со специями. Желательно подбирать свежие травы. В таком случае аромат будет более интенсивным и проявится быстрее. Чтобы приготовить необычную заправку для салатов, которая сохранит полезные вещества, залейте несколько веточек зелени любым маслом холодного отжима. Выбирайте более жесткие травы, например, розмарин, тимьян, лавровый лист. Оставьте масло в темном месте на пару недель, а затем смело заправляйте салаты. А какой ваш любимый способ заготовки зелени на зиму? Хорошего настроения и отличного дня! На этом сегодняшний выпуск программы подошел к концу. Спасибо, что провели это утро вместе с нами. В студии была Дарья Кулакова. Увидимся завтра в это же время на Первом Мытищинском. Хорошего дня!